Василиса прекрасная, Василиса премудрая, сказки. В сказке никто Васи не звал Василису. Все называют Василису Василисой. Если люди не адеквейшн, будут называть Васи, ради бога. У нас не дочь, не мальчик, у нас не Вася, знаешь, Василиса. В паспорте на Василиса. Не-не-не, знаешь что? Лиса. Василечек, это же волшебный цветочек. Они начинают, у меня в школе три девчонки Василиса были, и просто ну, дают же прозвище в школах, и начинают Вася, 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 Вася. В школах все равно же всегда клички, прозвища всем дают. Да сейчас уже нет такого. Да я тебя умоляю. Сейчас всех полными именами называют. Нет, школа. А Анна, Арина, Арина, нет, Ариана. Нет, взрослые, дети. Да мне наплевать, как что будет говорить. Мне нравится имя. Это мое самое любимое редкое имя. Царское имя. Кто тебе говорит, что плохое имя? Да потому что вы надоели уже, Вася, Вася. Что, прикалываете, что ли? Василиса Дмитриевна. Да мне это неприятно. У вас будут свои дети. Когда вы будете так, скажите. Мне неприятно. Мне неприятно, еще раз говорить. Какая Вася? У мамы два ребенка, и меня Славой в школе называли. Тебя по-другому в школе называли. Что такое? Меня Оля называли. Именем, по имени меня называли Оля. Нет, ты... Нет, ты говорила, что Григоревский как-то Гриша кликали, что-то вот так вот в школе. Да меня всегда Варя как-то. Да, да, да. Ты что? Мама. Меня звали Оля по имени, не было такого. А что ты? Ага, что ты вот здесь? Что такое? Для меня ты Оля, и все, что ты. Ага. Это Василиска у нас. Кто-то что-то говорит про плохое имя. Василиска, Ириска. Да никто плохого, никто не говорит. Василисушка, Василечек, Василек. Какая Вася нафиг? У нас никаких кличек не будет. Да никто, мы же не называем Вася, мы тебе говорим, ладно, все. Бесполезно. Давайте я тебя буду называть Люся, а тебя буду Клава. Да мы же... А хотя вас именно Алена и Таня. У тебя вообще голова в какую сторону работает? Не надо мне тут это говорить. На моего ребенка называть ее Вася. Она не Вася, она Василиса. Василиса премудрая наша. Василиса прекрасна, Василиса премудрая. Не надо дурочку тут врубать. Типа вы тут пошутили. Пойдем, Димуль, гулять. Только можно настроение спортивное. Давай, попрощаемся с бабушкой и с Аленкой пока. Пока, пока, я пойду погуляю и вернусь. Не надо мне такие вещи больше говорить. Вот серьезно, я вас прошу. Извини, пожалуйста. Мне неприятно. Ладно, Оль, все поняли уже. Вы что, прикалываетесь? Олюшка, Олюшка, ну все услышали, лапа моя. Ну ты чего? Заводишь. И всем буду рот закрывать за свою дочку. Еще раз я услышу, кто-то ее Вася назовет. Я тогда буду называть по-другому. Не так, как человека зовут. Тоже буду искажать имена. Вот женщине 30 лет. Ты посмотри, как ты себя ведешь. Оля, ну я же попросил тебя не называть Черкасова. Ужасно просто. Я же исправил, со стороны вот это просто так некрасиво.